Всем привет! Сегодня я вам покажу, как я креплю слайдеры. Носятся они от коррекции до коррекции. С ними абсолютно ничего не происходит. Месяц, кто и больше, все носят без проблем. Нам нужно с вами вырезать. Так, на гипс наносим гель-лак. Я нанесу белый Космо 151. Он ложится прекрасно в один слой. Сушим его 30 секунд в лампе. Еще нам с вами понадобится ватный диск, смоченный в воде, но не так, чтобы с него капало, просто влажный. Выкладываем наш слайдер на него. Так вот. Берем абсолютно любую базу, которой вы работаете. Я работаю базой Клио Экстра. Наносим ее очень таким тонюсеньким слоем, прям аж очень тоненьким. Аж вот видите, мне тяжело ее наносить. Слайдеры, я думаю, наши готовы. Смещаем. Один. Придавливаем пальчиком. Аккуратно. Тем самым выпуская весь воздух, чтобы у нас не было никаких завоздушенных мест. Если они будут, все. Слайдер проходить долго не сможет на ногтях. То же самое. Аккуратно придавливаем. Вот так вот. И сушим в лапе 30 секунд. Так. Прошли наши 30 секунд. База. Почему мы отправляем в лампу? Потому что мы сушим базу, на которую мы крепили наши слайдеры. Теперь этой же базой мы проходимся отправляю в лампу еще на 30 секунд. Так вот. И перекроем сейчас это все топом. Топ я использую Клио Бриллиант. Он без липкого слоя.
дает отличный глянец, который не тускнеет. И сушу я минуту. Вот так вот. Вот таким вот методом ваши слайдеры никуда не денутся. Их можно носить очень долго. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.